Всем доброго времени суток, ребята, ребятушки и прочие ребятенки, а также и другие коренные слова. Меня зовут Вангар, и в отличие от предыдущей серии, это будет исполнено радости и оптимизма. Вы просто унесетесь на крыльях блаженства. Звучит воистину жутко. Очень похоже на пропаганду наркотиков. Но наркотики мы не пропагандируем, потому что я терпеть не могу вообще подобные вещи. Вообще мы то ли в школе, то ли в университете в комментариях сказали такую мудрую мысль, что если идея это схожа с Дэвидом, ну в принципе это заметил и так, но да не знак что. Так что это? Если хотите знать, какие он, то понял, я не знаю, как это объяснить, этот факт. Я никуда не смотрел. Я помню, что там где-то надо было именно такой код, но я не помню где. По всей видимости, это комната того мужика, да, который про отца законов писал, кто там. О, боже мой, пощечина, одна, другая. Что? Это же Кривуля! Почему он здесь? В отеле я думал, я убил тебя! Я тоже так думал, но я воскрес из чертовых мертвых. Так что приготовьте, кто лучше станешь, как я. Будем жить, как сиамские близнецы, черт побери. Проклятие! Я подумаю в этом позже, надо бежать! Бежать надо. О боже мой, он окружает. Ухожу. Так. Если интересно, что значили звуки, изданные мной всего лишь мгновение назад, то я думаю, даже самые искусные лингвисты не смогут понять, что я подразумевал этими звуками. Он такой быстрый. Как? Ну, я даже не знаю, как, кто. Но он реально будет скор, вот, скор, очень скор, как ветер буквально. Еще раз идет пощечина. Пощечина тебе, пощечина мне. Что это за чертовщина? Добрый день, хороший господин. Прошу, мой господин. И господи, боже мой, мне ж хана сейчас. Мне ж... Блин, реально, это не смешно. Все хорошенько обдумав, изучив тщательно все сопутствующие факторы, и понял, что у нас есть ключ от комнаты вот этого перца. Поэтому некоторые теории, я, наверное... Плохая теория. Все мои теории, они не блещут особой оригинальностью. Я думаю, что двери можно закрывать. Если вы так не думаете, значит у вас неправильное представление о чертовых дверях. Добрый день. Так быстро. Сейчас меня будут бить. Ну, возможно, даже ногами. Побегушка вокруг стола. Ух ты. Иди сюда, скотина. Нет. Ничего. Какие-то проблемы, господин хороший. Ничего, там интересно, почитайте про отца закона. Блин, это так странно. Я имею в виду в отеле. Отель часы назад, разве не это? Блин, что он говорит? Может, что и правда следует за мной? Почему? Как? Вот сволочь-то. Проклятие. Да это меня с ума сводит. Может, я вообще уже с ума сошел окончательно? Или у меня просто галлюцинации? Галлюцинации не кушают тебя за ноги. И наконец снова оно атаковало сисис, так что это не просто мое воображение, но существует монстр, вот этот самый. Ди. Если монстр здесь, надо предупредить Ди. Да к черту его, на нас из угла напал. И он рыжий, нет, то есть рыжие хорошие. Но конкретно у этого рыжего точно души нет. Короче, надо ему сказать, чтобы он выбирался, она по мне так и так хорош, мне он сразу не понравился. Вот какой-то фактор в нем меня так сразу отвратил. Синди Петерсон, хорошее имя. У меня тоже есть свой сейф.
Поэтому давайте ни медли, ни секунды изучим ее дневник. А, это про Михаэля. Короче, это та девица, которая использовала чертова свой день рождения. Вместо кода и, господи, по-моему, зря она это делала. Я, кажется, пароль никогда не использовал свой день рождения. Хотя, наверное, следовало. Чего бы это? Ладно, сегодня я гораздо на странные выводы. Особенно про крылья блаженства. Так, тут уборщик. Так, не нужно там, где лекции читает, короче. Но где бы это могло быть? По всей вероятности, это комната, не знаю, какая даже. Но тут лекции не читает. Здесь в компьютеры играется, пока преподаватель не видит. Может, ты? То есть, может, ты? Не ты? Сволочи. Терпеть не могу, когда много дверей. И все сразу. Рейд Вейн. Тут вообще выпивали. Это от вина штука. Это не от книг, как вы могли подумать. Тут именно вино пили. Так, надеюсь, ты лекционный зал, потому что я что-то утомился. Надеюсь, вы тоже. Давайте откроем. Нет? Нет, так нет. Значит, он скоро упадет нам на головы. Где же чертов лекционный зал? Все гениальное просто. Он был на самом очевидном месте. Хм. Слишком много всего. Так, вот именно это мне и нужно. И это у нас. Короче, это страница из той самой книжки, хозяина, которого мы ищем. Так, многие надежды были осуществлены здесь. Много юных были благословлены. Но я не получил благословения. Так что было не так со мной? Хм. В общем, чего-то похоже у нашего парня особо еще бы не удавалось. Так, похоже, это было для него важно. Он тоже пытался стать юристом, как Ди. И похоже, он не стал им. Почему? Разве кто-то говорил, что Ди хочет стать юристом? Аудитория. То, что надо. Пусто. Дайте нарисуем что-нибудь на доске. Что не связанное с крыльями блаженства. Например, диван. Диван это... Бывало ли у вас такое ощущение, когда после долгого трудового дня вы ложились на диван и улетали на крыльях блаженства? Не, просто такое уже прыгаешь с размаху на диван, он тебя так отпружинивает, и ты как бы думаешь, ты как бы взлетаешь в воздух, появляются крылья блаженства. О, господи, аплодисменты, я просто гений. Даже игра понимает, что я гений. Друзья, солнце и предметы, спасибо за то, что пришел сегодня. Сегодня для нас лучший день нашей жизни. Потому что сегодня мы покидаем гнездо нашей школы и начинаем карабкаться в зрелость. Как поэтично. Даже я не знаю. Я не знаю, как прийти писателя, потому что ни один не сравнится с тем, что мы услышали сейчас. Те, кто прошел экзамен, те, кто нет... Те станут клерками, или нотариусами, или учителями. Все мы были вознаграждены этой школой. Мы окончили эту школу. Да, я устал эти слова, я слишком. Надо повышать свой запас. Я помню, что он, например, градюэйт, но я не помню, что оно значит точно. Так что если они даже сумели выпуститься... Некоторым из нас нужно еще немножко поучиться. Как смешно. Наверное, это читает сам господин Петросян. Извините за петросянство. Но эти выпускники, у них есть одна общая вещь, всех у них. Они наполнены надеждами на их будущее. Они готовы к испытаниям, которые лежат впереди. Тост за наши мечты. Ура! Выпьем же. Я тоже выпью, прямо сейчас.
за наше еще не сбывшееся будущее. И может быть с нами благословение Бога. Так выпьем же, я выпью чай, у меня как раз тут есть. Я даю им 3 секунды, чтобы выпить со мной. Время истекло. Кто выпил, тот не факт, что молодец. Так, аплодисменты. И добрый день. Там что-то лежит. Мне уже неинтересно. Где? Как ты попал в лекционную? Как она называется? В лектории, вот, в лектории. Разве путь не был заперт? А? Ты забыл, что я отсюда выпустился? Я знаю все секретные пути, ты балда. Хорошо. Так что ты слышал? Запись? Да, с моего выпускного. А, мужик, это реально было 3 года назад. Я тут, в общем, мне довольно большая ностальгия по этому месту. И даже заброшенное, оно не сильно-то изменилось. Просто как все времена, когда еще учился. Учёба здесь была изнуряющей. Так что я приходил сюда с передышкой. Но, кстати, еще было не здесь, еще было в целом. И очень хорошо иметь места такие, как это, полные воспоминаний. А? Ты выпустился, но ты все еще учишься? Эй. Отвори. Да, я, конечно, не сдал вот этот экзамен главный свой. Ой, извиняюсь. Поэтому сейчас занимаюсь зубрежкой всякой там, знаешь ли. Черт, ну его рот выглядит действительно жутко. Так вот и не рот вовсе, какой-то разрез. Господи, какая пакость. Пожалуй, на крыльях блаженств от него мы не улетим. Так, следующая пытка будет моей 6-й попыткой. Было куча классных ребят в моем классе. И большинство просто прошли экзамен с одного раза. Стать юристом было моей мечтой из того... По сути, юристом, бля, это вот, ну, ладно, неважно. С того времени, как я был ребенком. Так что был так счастлив, когда я прибыл сюда. Я никогда не счастлив юристом. Чувствовал, что я на один шаг ближе к тому, чтобы исполнить свою мечту. И, в общем, рот здесь был тяжелый. И я в целом, конечно, выпустился. Я думаю, мои добрые и такие желающие мне помочь профессора сделали это. Я сдам в следующий раз, уверен. Я имею в виду 6-й-то раз. Как бы то ни было, я всегда буду позади моих одноклассников. Хорошо. Что, у тебя есть мотивация, но здесь опасно. Тебе нужно выбираться отсюда. Ха, опасно. Чего? Это сложновато объяснить. Тут что-то вроде монстра. Если он найдет тебя, то тебе сразу как бы хана. Мягко выражаясь. Я думал, ты просто странный... Странный старый парень, который бродит в этой заброшенной школе, но... Проклятие, ты действительно... Сдвинут по фазе, наконец-то стрел, что значит 12. Серьезно, монстр. Даже маленькие девочки в такое не верят. Да ты, похоже, вообще в хлам. Тебе что, нравится над людьми издеваться? Не издеваться, а веселиться, насмехаться. Я не думаю, что я сильно старше тебя. Слушай, не спорь-ка со мной, ладно? И я талантливый и скоро буду юристом, а ты навсегда останешься работать дворником в своей конторе, черт побери, мужик. Ты, в общем-то, даже как бы не достоин пыли с моих пяток стирать, Аки Хаттабыч. Как бы то ни было. Делай, что хочешь, но не говори, что я тебе не предупреждал. Ну хорошо, я буду делать то, что мне нравится, спасибо, очки. Кого-то мне нужен какой-то придурок, как ты, говорящий мне, что делать. Проклятый бездушный рыжий. Я не говорю, что у рыжих нет души. Эй, о, я...
Если я понимаю, что Давид имеет в виду. Что значит? А, я поступил, наверное. Что? Правда? Ты поступил в летную школу? Господи, как правильно? Скажите, как правильно. Я как-то теряюсь в ряде этих переводов. Ага. Господи, боже мой, изыдистана. Да это же безумие, Дэвид. Я даже... Блин, ну короче, радость его переполняет, окей, ну просто переполняет. У тебя вообще все уходит, к чему бы ты руку не прикладывал. Ха-ха, спасибо. Но я даже еще не пилот. Все еще нужно пройти экзамены. Да мужик, товарищ, да ты наверняка станешь пилотом, нет никаких сомнений. И как-нибудь прокати меня с собой. Я бы рад полетать над городом как-нибудь. О, я не собираюсь как бы на пассажиров перевозить. Это не такая школа. Да не углубляйте детали. Я рад за тебя. Ты хорошо справишься. Хейси, да пойдем-ка сегодня пообедать, окей? Вспоминаю это. Я действительно не думал. Я просто шел туда, когда хотел. Мне интересно, Ди такой, как я? Ой, извиняюсь, пожалуйста. Микрофон задел рукой. Так, 10 минут я болтал с этим парнем. Если было ли все это напрасно? Мне кажется, ему хана. Вот таким точно хана. Такие долго не живут. Джулиус... Стоун, газета, школа, короче, газета. A big hand for Michael. Большая рука для... Ладно. Дословный перевод, конечно, рулит. Так, день рождения, 6... Нет. Как... понятно, в общем. Я, кажется, знаю, для чего нам нужен его день рождения, этого парня. Так что пойдем в эту комнату, которая я не помню, где находится. Сейчас это подсмотрю. Подсмотрел. Так, это на что такое? Аудитория. Постойте, мне не надо в аудиторию. Господи, боже мой. Кстати, обратите внимание, я вхожу на юг. Я выхожу как бы туда же, куда я вошел. Мы уже говорили про веселую телепортацию в прошлой серии. Господи, боже мой. Так... Я хотел сказать что-то... А, слушайте, давайте, короче, я понимаю, что это глупо, но давайте представим, что если бы было 19 месяцев, и как бы... Давайте придумаем название, вот я сейчас сам подумаю. Вот декабрь, 12 месяц. Значит, 13 месяц... Блин, да сложно. Так, что у нас тут? Так, 6 число 19 месяца, не правда ли? Блин... И мы пошли обратно в лекционную. Мы шли в лекционную, чтобы добыть ключ от лекционной. Вы понимаете, какой такой тонкий каламбур заложил создатель? Мне кажется, что создатель мужчина. Почему мне так кажется? Потому что, кажется, где-то читал. У него ник Ури. Как мы знаем, Ури — это персонаж из произведения Кира Булычева. Он был мужчиной. Это ему не помогло. Так, что значит ноль в левом нижнем углу экрана? Приглядитесь. К тому, кто скажет мне, что такое ноль, я лично его крепко обниму. Ну, или крепко руку пожму. Вот. Ну, то есть, как лично. Ну, и не лично, скажем так, ментально, вот. Как бы договорились. Только вы говорите, что вам нужно рукопожать или ментально обнять, вот так вот. Мало ли что. Текс. Замечательно. Очередная бумага нашего товарища, предыдущего жильца. Кстати, я, кажется, понял, в чем проблема, он не уплатил за свет. Поэтому-то мы его ищем. Ну, это очередная порция петросянщины. Я сегодня просто в хорошем расположении духа. Так, я знаю, что здесь что-то, что я потерял, но я не хотел признавать это. Мои амбиции юности не позволяли мне.
Я хотел сказать это кому-то. Я хотел, чтобы меня разбудили. Чтобы сказали, что я... Чего у меня нет? Не знаю. Так, секунду. Как бы... Неимущий. Как бы сложно перевести это, эти ужасно сложные прилагательные. Да, это правда. Есть те, у кого есть, и те, у кого нет. Люди, чьи мечты становятся правдой и... О, нет, нет, не хочу! Снова! Черт, иногда моя голова просто раскалывается. Уберите этот звук, спасибо. Нет! Это падла! Ты подлее рыжего ублюдка! Черный ублюдок, наконец-то! Добрый день! Как дела? Вы знаете? Меня дома ждет мама, вот я пойду, пожалуй. Убери свои чертовы руки! Они не те грязные! Проклятие, монстр! Почему ты преследуешь меня? Отличная звучка! Уберите руки, господин! Я умер? Я не хочу умирать, я хочу... Я хочу... Я жив? Монстр ушел. Я думал, он убьет меня, но он ушел. А, проклятие. Шея болит теперь. Я чувствую себя таким, я не знаю, вялым. Я вообще почти не спал со вчера. Нужно отдохнуть. Ой, что-то я медленно хожу. Как будто мне и правда очень плохо. Ой, не сюда, мне и правда плохо. Ой, как нехорошо. Shift не работает. Он никогда и не работал. Предлагаю пойти в мужской туалет. Не знаю почему. А ты не работает. Куда идти? Мне плохо. Вот сюда. Нет, сюда не надо, здесь не очень. Ох, мои ноги. Я ходил весь день по отелю. По школе теперь хожу. Разве заслужил такие страдания? Что это за комната? Уборщик. К уборщику не пойду. Вот эта комната не нравится. Да. Хороших снов. Мне нужно отдохнуть немножко. Как бы так изнурять себя, это вообще-то плохая идея. Ах, как нехорошо. Еще лучше. А, мне гораздо лучше. Ну, давайте пойдем. Но Так. Ух ты, у меня здоровье уменьшилось в какой-то веке, да? И вы поглядите, как он терносится, как белка в колесе. Свежесть альпийских лугов у Дэвида в голове. Что за чушь я сказал? Наверное... А, все ясно, он вознесся на крыльях блаженства. Я думаю, мы продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Авангард, и до новых встреч, друзья. И не забудьте не сказать, что значит загадочный ноль в углу. Вы получите ментальное объятие или рукопожатие, в зависимости от... Ну, я еще не решил, зависимости от чего. С вами был Авангард, до новых встреч. До новых встреч, друзья.